просто такая какая-то удивительная, что я не могу даже это все описать. Вот они сами говорят, что это такой вот industrial noise, на фоне которого происходит такая вот вокально-пластическая импровизация. Это душеусладной музыкой, с одной стороны, не назовешь, но это безумно затягивает, это безумно, так сказать, как-то вот увлекает. И когда я это услышал, я понял, что мало вообще, ну, как сказать, вот музыки в моей жизни, но я произвел такое впечатление, как то, что делают NAMELESS, и я тут просто с интересом жду следующего вот этого сейчас перформанса. Мне еще интересно, что почувствуете вы. Давайте приветствуем NAMELESS. Thank you.
Oh,
Thank you.
actually here. And all the love is actually not a living by thread. I'm a sinner. Just open your heart to love. Be brave and noble. The time has come. The time has come, and please don't let anyone to kill your pride, to kill your honor. Just be your true self and open your heart for the order of love. The divinity is all around. Абсолютно. Спасибо большое. Представьте, пожалуйста, это Олеся Белая Птица. Это Евгений Кузин, с которым мы познакомились, когда сотрудничал с Владимиром Раскевичем в его команде. А это Олеся, не знаю, по-моему, все промелькнуло, как одно мгновение. Спасибо большое за этот сет. Вот наш вечер продолжается, и мы сейчас немножко, так сказать, успокоим это сознание. Troubled cure for a troubled mind, как пел Ник Дрейк. А потом, собственно говоря, группа Cure от этого и название взяла из этой фразы. Вот, так что у нас будет для нашего troubled mind некоторое вдохновение в лице фолка. Вот, начнем мы с такого спонтанного состава, который сыграет одну вещь, а потом... Ольга Шотландия, Роман Смирнов. О, супер!